Жил да был в лесу олень, который очень увлекался саморазвитием. Не просто очень увлекался, ну типа посредним. Реально увлекался так, что безостановочно всем ссал в уши новым каким-то саморазвитием. То он в спорте что-то там новое саморазвивается, связанное с душой, то у него там питание какое-то, то всяких... бизнес всякие, новые стартап какие-то, инфлюенс, хуенс, всякие штуки. Ебал мозги с утра до вечера всем животных, которых знал. Только выходил, начинал саморазвитие, 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 мотивация, хуитивация. Тра-ля-ля-ля-ля-ля целыми днями. Все его ненавидели в лесу. Все его ненавидели. И вполне понятно, почему. Потому что это бесит. Это бесит. Ходил он так, ходил, надоедался, надоедал. А потом однажды звери на одной из вечеринок, которую устроили, и на которую его не позвали, потому что он заебался, естественно, да. На которую его не позвали, решили, а давайте его, короче, убьем. Ну, кто-то сначала для прикола такой, а давайте его, не знаю, убьем. И все такие живут, а, и он не ожидался, думал, ха-ха, типа из-за того, что он заебался своим саморазвитием, убьем, бред же, да. Но все такие животные сразу, ну, не все, но много, причем значительных таких животных, не типа лиса, которая, ну, там, полупиздоболка вечная какая-то, тоже всякая херня увлекает, а типа кто-то типа медведя такой, давайте. И все такие, ха-ха, что? Подождите, мы реально готовы убить оленя из-за того, что он всех заебал своим саморазвитием. И все такие, да, давайте. Вырыли они, значит, яму, примаскировали ее и положили книжечку новую, вышедшую от одного успешного стартапера. Хотя пытались проверить, где он там миллионы заработал, есть ли у него миллионы, у него не было этих миллионов. Ну, короче... Темная история, но яркая обложечка такая, такой, он такой на хайпе маленько, значит, книжечку положили эту, олень такой идет и такой, ну, идет, гуляет, как всегда, и думает, сейчас кого-нибудь встречу, в ушки-то носу, ля-ля-ля, что там у меня новое там, аффирмация, что-то такое, ну, в голове много всякой этой херни, мусора этого информационного, который мешает быть счастливым человеку и иметь смысл жизни. Это такой узаконенный способ надоедать всем новые способы саморазвиваться. Просто, да. Если, ну и здесь я с вами могу откровенно говорить, да? Я могу вам откровенно сказать, это просто новый способ, это просто законный способ ебать людям мозги. Продолжаем. Просто сделал небольшую поправку. Думает, вообще кому-то, ну-ну-ну, где животные, сова. Сова, сложно прокричать. Да. Совенок, проще прокричать. Не знаю, почему я выбрал сову, тоже непонятно. Тоже много у меня в саморазвитии башки всякого. Ну, блядь, я в интернете что-то тоже иногда становишься жертвой подобных оленей. Так вот, и значит... Идет такой, и такой, ну, олени, знаете, у них нюх хороший, потому что они, хотя у всех, наверное, животных нюх хороший, выделять олени как-то бессмысленно. Ну, он такой, такой, хвостом мелким, такой, сразу, и какнул немного. Они так делают иногда, олень. Значит, какнул маленько, такой, саморазвитие, где-то рядом саморазвитие. Какая-то новая, где кто-то снова хочет меня наебать на 350 рублей, разведя меня на книжечку благодаря суперскому названию. Открой зрение! Что-нибудь такое. Ну, в башке у него такие мысли. Он чувствует такое. Кому это я сейчас отдам 350 рублей? Такие ощущения в голове перед покупкой какой-то новой херни по саморазвитию. И такой приглядывается, о, видит книжечку, яркая обложечка такая. Открой свою жопу, что-то такое, короче. Открой свою жопу деньгам. Ну, такое, ну, вы понимаете. Такой, разбежался, побежал, и прям туда там колья были. Медведь говорил, да не надо этой херни больной. А заяц такой, давайте колья наточим колья, чтобы наткнулся еще. И, короче, а другой заяц такой, еще зазубренные колья сделаем, чтобы он пытался вытащить из мяса, вытаскивал, давайте сделаем...
И медведь такой: «Чё вы несете? Вы больные? Просто не на никаких колев. Он просто упадет, ножку сломает, но мы его потом вытащим. Скажем, да проще херню это не занимайся». Он такой: «Нет, давайте его запытаем и занасилуем». Он такой: «Тихо, хватит, не надо». Ну, медведь такой: «Ты не надо делать, все, вырыть и все». Но медведь отходил, срать он долго. Срёт медведь в лесу, это тоже, да, важное. Составляющие леса и все такого. И зайцы сделали зазубренные эти колья. Он упал прям на них, там распороло брюхо, все, кишки вылезли. И на последнем издыхании он жрет: кишки там, это, он же, они жрут много всякой травы, ягеля, у них все это вывает, ужас, короче. Он еще на последнем издыхании, книжечка открылась, и он такой перелистывает, такой, и еще кровью, знаете, в кровь язык макает, рог один макает и выделяет понравившиеся моменты такие. А сверху стоит, короче, бобер с сигаретой такой. Даже могила такого оленя, как ты, не исправит. Все. А бобер должен был его вытащить. Потом, когда он... Эй, он забил и ушел. Вот так. Удачи.